Всем привет любителям видеоигр, с вами Димка, и мы продолжаем прохождение игры Call of Duty Modern Warfare 3. Это Lighting 3.1. Система наведения снова на связи. На борту полный боекомплект управляемых бомб. Запрашиваю разрешение. Lighting 3.1. Разрешаю вступить в бой. Высота минимальная. До подлета 5 секунд. Так, это пошли. Подтвердите первичные удары по каналу Предатора. Сэр, похоже, все точки обезврежены. Отлично, Сэндман. Мы восстановили контроль над Манхэттенами и отодвинули фронт к реке. Наша следующая цель? Командный штаб русских, подлодка класса «Оскар-2». Ракет на ней хватит, чтобы сравнять с землей восточное побережье. Ударим немедленно, не давая контратаковать. Принято. Наше задание. Проникнуть на судно, захватить мостики, обратить оружие против их же флота. Объединитесь с морскими котиками и сделайте дело. Удачи. Собирайтесь, парни! Где точка заброски? Туннель Бруклин-Баттери. Я думал, он разрушен. Точно. Давайте же, друзья, приступим к этому заданию. Команда из 9-4, металл 0-1 на связи, односторонняя проверка связи. Принято, 0-1, слышим вас отлично. Линия эхо захвачена, у нас есть разрешение действовать. Мы в одной минуте. Только побыстрее, мы не хотим тут весь день проторчать. Хорошо, выдвигаемся. Почти готово. Ох да, супер. Путь свободен, вперед, ребята! Погнали! Ох, дядя, извини, подвинься. Думаешь, кто-то смог уйти? Мы ничем не можем им помочь. Да кто тут смог уйти? Тут без вариантов. Во-во-во, полегче, ребята, подождите меня. Во. Подлодка в пути, времени на перехват мало. О, красивая миссия вообще. Внимание на сонар, здесь русские мины. Справа, справа. Еще одна мина. Опа. Ох, вы шустрые, подождите. Ох, аж потемнело. Вот это моща. Спокойно. Да, впечатляет, класс, вообще супер. Как она здесь прошла, я даже... вообще не представляю. Ладно, пошли. Займи позицию. Еще и два винта. Закладываю. Фрост, прикрепи к ней мину. Пытаюсь, тут очень сильная турбулентность. Вот, дело пошло. На тебе лепуху. Хлобысь! Замечательно! Ох, а тут продолжают бомбить!
Вот она, пузатая, появилась! Иди сюда, родная! О, раскурочила как! Выполняем. Куда мы денемся? Встречаемся внизу. Погоди, не спеши. Ах, в укрытие. Давай, давай, давай. Ох, засели там, как тараканы. Понял тебя, выдвигаюсь. Где ты тут зашкерился? Хорошо, я понял тебя. Внизу так внизу. Какой живучий. Ох-ох-ох, ничего себе! Дайте отдышаться! Да, в замкнутом пространстве, конечно, нелегко выжить. Ах ты какой лютый! Спасибо, напарник! Я прикрою тебя. Ай-яй-яй-яй-яй, сейчас только отдышусь чуть-чуть. Со страйкера валят, блин, наглухо. Нате вам, хавайте, уроды. А вот еще вам такой прикольчик. Ай-яй-яй, подожди, подожди, разогнался. Да я понимаю, так помоги мне, что ли. Или ладно, я сам справлюсь. Ох, неугомонная. Да, блин, конечно, на ветеране тут нелегко. Догоняй давай, быстрее. Устанавливаю. Чётенько. Чисто. Зона под контролем.
Отлично, ключи запуска у меня. Оверлорд, Металл 01 на связи. Контрольный пункт Нептун. Прием. Принято, 01. Подтверждаю, Нептун. У меня есть ключ для запуска ракеты. Получаю коды. Координаты по сетке. Танго, Виски, 056628. Координаты подтверждены. Огонь по русскому флоту через 30 секунд. Фрост, пульт управления. Погнали! Оверлорд, ракета готова к запуску. Принято. Команда котиков ждет вас. Пошли, пошли! Иду, иду! Ну что ж, давай покатаю тебя. Ох, вот это да, вот это сейшен пошел. Да я понял уже, дружище, держусь. Ох, вот это да, вот это авианос, крейсера точнее, блин. Да. Вот это мы натворили делов. Ох, вот это да, красиво, красиво. И вертушки, вот это да. Ах. Ох, шкивает, ё-моё. Вижу, вижу вертушку спасителя нашего. Оверлорд, миссия завершена. Все отряды Игла отчитались. Принято, Металл 01. Подтверждены попадания ракет по целям русских. Все основные угрозы устранены. Хорошо поработали, друзья. Это войдет в учебники. Спасибо, Оверлорд. Войдет в учебники. Пошутил. Позывным мы больше не обороняемся. Повторяю, объединяйтесь и контратакуйте. На связи группа Фокстрот. Русские отходят. Мы идем за ними по пятам. За рваными линиями фронта еще остались русские, отвергающие безумие Макарова. Люди готовы и пойти против течения. Прайс, признаки жизни есть, но слабые. Без медицинской помощи Соуп долго не протянет. Живучий чертяка, он выкарабкает. Соуп молодец, он сможет выжить. Макаров всегда доводит дело до конца. Кто у вас лучший? Юрий, бывший спецназовец. Единственный, кто ненавидит Макарова больше, чем ты. Бери его. Они полетят с юга, прикрываясь хребтом. Откуда ты знаешь? Я бы поступил так. Хорошо, дорогие друзья, с вами был Димка, и продолжение следует. До скорой встречи. Всем пока.